ГИБДД права выдает, прокуратура забирает. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 10 жителей области решили обойти закон и купили через интернет бланки с проставленными экзаменами на право управления транспортным средством категории «Б». И права им выдали, не усомнившись в достоверности документов. Материалы дела были отправлены в суд. Принято решение хитрых водителей прав лишить. Возбуждено 2 уголовных дела. Первое – это в отношении того, кто распространял несоответствующие документы. По статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении должностного лица, которое на основании тех данных и документов, которые были предоставлены, а не соответствовали действительности, но это послужило основанием выдачи официальных прав на вождение автомобилем, в отношении этого должностного лица также возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Наказание в случае, если вина будет доказана, до 2 лет лишения свободы. Штраф грозит также и тем, кто воспользовался услугами мошенника.